Для профессиональной деятельности, активного отдыха и спорта изделия, выпускаемые щелковским предприятием «Боевой трикотаж», вот уже порядка 30 лет на рынке. Сегодня компания развивается, планирует расширять производство и, следовательно, увеличивать количество рабочих мест. Глава округа Андрей Булгаков пообщался с руководством и сотрудниками успешной в своей отрасли фабрики, выпускающей разные виды термобелья. Настоящая визитная карточка – уникальная линия защитной одежды «Телохранитель», широко известная и пользующаяся большим спросом среди военнослужащих, а также туристов, рыбаков, охотников и многих других. Технология позволяет надевать ее и в жару, и в холод. Специальная сетка отлично продувается и защищает от насекомых, а при низких температурах держит тепло благодаря образованию воздушной прослойки. Андрей Булгаков обсудил с руководством и сотрудниками компании вопросы, актуальные для коллектива, их просьбы, а также перспективы развития фабрики. Предприятие «Щелковское». Работают здесь преимущественно щелковцы. Руководство заботится о комфорте и безопасности коллектива, для чего созданы должные условия. Установлено современное оборудование для швей. Результат – качественные товары, пользующиеся спросом. Идя в ногу со временем, фабрика сотрудничает с разными маркетплейсами, где и представлены ее линейки. Добившись результата, успеха в работе на достигнутом не останавливаются. Фабрика «Боевой трикотаж» совместно с учебным центром «Вертикаль» открывают бесплатное обучение по курсу «Швея» на базе среднего или среднеспециального образования. Курс включает теорию и практические работы, знания видов тканей, их свойств, умение пользоваться швейным оборудованием. Пройдя обучение, специалист будет оформлен по трудовому договору и получит удостоверение государственного образца и диплом профпереподготовки. Немаловажно и то, что на время обучения предусматривается выплата стипендии. Расширив производство, фабрика «Боевой трикотаж» планирует набрать порядка 30 новых сотрудников.